Заведующий детским садом номер 13 подозревается в присвоении бюджетных средств в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Республике Башкортостан. Возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, женщина начисляла доплату за несуществующую работу. По версии следствия, в период времени с 2010 год по 2015 год заведующая незаконно установила сотруднице доплату за выполнение работы по замещению должности, что она на самом деле не делала. Таким образом, работница передавала данные деньги обратно заведующим, в связи с чем заведующая похитила, присвоила бюджетные средства на общую сумму более 40 тысяч рублей. В настоящее время следствие продолжается, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По сведениям Следственного комитета, заведующий детским садом грозит до 6 лет лишения свободы.